Как долго ждали жители южной столицы, наконец дождались своего любимчика из рэп-индустрии. Отечественный исполнитель Джа Калиб выступил с грандиозным концертом в родной Алматы. Как все прошло и что нам поведали поклонники, узнайте прямо сейчас. Не успел известный рэп-исполнитель Джа Калиб покинуть стены нашего канала и порадовать вас откровенным интервью, как тут же помчался к своим фанатам и дал невероятно крутой заряд энергии прямо со сцены. Ожидания алматинцев однозначно оправдались, ведь артист выложился на все 100. Ну, я очень веселый человек, поэтому я надеюсь, что мы оторвемся по-крупному. Он просто нереальный чувак, его треки можно слушать все постоянно и постоянно. Я ожидаю отдачи от ребят на сцене и отдачу от ребят, которые будут стоять в фан-зоне, которые будут стоять вот там, потому что это движение, должна быть атмосфера, это прям должно. Джа Калиб известен не только как исполнитель, но и как талантливый автор своих же текстов. Он является одним из лучших битмейкеров и продюсеров казахстанского хип-хопа. За рубежом его наградили в номинации «Прорыв года», и безо всяких сомнений можно сказать, что это заслуженно. Порванное платье твое, о-о-о-о-о-о. Платье порванное твое. Энергия, позитив, известные всеми любимые мотивы – отличный рецепт крутого настроения жителей южной столицы. А мы надеемся, что Бахтияр не будет останавливаться на достигнутом и в ближайшее время порадует нас своими новыми хитами.